выпустил в Англии книгу «Россия. Год 1917. Февральская революция». Он коснулся и масонов, но писать о них оказалось необычайно сложно. И вот почему, объяснил Катков. Роль, сыгранная политическим франмасонством в подготовке февральской революции до самого последнего времени сохранялась в величайшем секрете всеми заинтересованными лицами. Историки, в свою очередь, в основном отмахивались от этой проблемы, полагая, что установить что-либо в точности трудно, да и существует масса фальшивок. Все это эффективно предотвратило возможность обычной исследовательской работы в важной сфере тайной политической деятельности. По всей вероятности, наилучший, да и единственно возможный исход, судя по фактам, история России в Первой мировой войне убеждает, что российские толстосумы отнюдь не были так неорганизованы, как представители царской бюрократии. Страница 105. Это не была бы революция, это был бы тот ужасный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это была бы вакханалия черни, какова бы ни была власть, худа или хороша. Но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо, писал Милюков. Опыт был достаточен, чтобы снять с революции как таковой ее ореол и разрушить в моих глазах ее мистику. Я знал, что там не мое место. По компетентной оценке информаторов охранки, действительными инициаторами блока были лидеры прогрессистов Ефремов, Коновалов. Предоставив Милюкову красоваться на трибуне, они взяли на себя организаторскую сторону дела. С ними трудился по существу второй человек в партии кадетов после Милюкова – Некрасов. Он смотрел в корень дела. Кадеты должны торопиться к тому, чтобы взять на себя всю власть и всю ответственность. Преждевременно восклицали вслед за Милюковым кадеты. Лишь посвященные могли понять решительное настояние Некрасова в июле 1915 года. Страна возбуждена безмерно. Только совсем новая организация может нас спасти. Были склонны полагать, что речь идет о прогрессивном блоке. Но никто, включая охранку, не знал, что трое главных архитекторов блока – Ефремов, Коновалов и Некрасов – масоны. Они трудились, организуя верхушку буржуазных партий под вывеской блока. В конечном счете в него вошли кадеты, прогрессисты, октябристы, помещичьи фракции центра и прогрессивные националисты. К блоку примкнула академическая кадетско-прогрессистская группа и группа центра, октябристы и правее их, Государственного совета. Прогрессивный блок масонства объединило около 300 человек или более 2/3 Государственной Думы. Яхонтов, помощник управляющего по делам Совета Министров, описывает выступление Поливанова, преемника Сухомлинова, военного министра, и Гучкова, любимца «общественности» в кавычках, Кривошеина, надежды либералов, а впоследствии главы правительства Уврангеля. Создают панику,
не дают снаряды на фронт, готовят народное мнение против царя. Царя вынудили взять командование в свои руки. Это дело масонов. Когда кабинет узнал об этом, то сначала онемел, а потом буквально взвыл. Эти люди не были отмечены великими интеллектуальными достоинствами. В империи не нужно было иметь ум, чтобы быть начальством, но нужен был ум, чтобы им стать. Со своей точки зрения, тертые люди, какими были министры, связавшие собственное благополучие с троном, без труда усмотрели, что в результате решения монарха перед ними разверзнется пропасть. Сазонов воскликнул, услышав о решении царя: «У меня какой-то хаос в голове делается. В какую бездну толкается Россия?» Кривошеин завопил: «Надо протестовать, умолять, настаивать, просить, словом использовать все доступные нам способы, чтобы удержать его величество от бесповоротного шага. Народ давно считает государя царем несчастливым, незадачливым». Родзянко, прослышав о назревавших событиях, бросился в Мариинский дворец, вытащил с заседания Горемыкина и объявил, что уже написал царю: «Неужели, государь, не ясно, что вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа? А это и есть гибель России». Впрочем, разобраться в происходившем было невозможно. «Не понимаю, чего добивается Поливанов», — писал Яхонтов. «Он всех наускивает и против великого князя, и против принятия командования государем, и против Ивана Логиновича Горемыкина. Оставим поэтому их интриги и ожесточенные склоки. Обратимся к элементарной логике». Развивалась кампания компрометации власти. Выдвижение на первую линию огня Николая II, на первую линию огня критики, было необходимым предварительным условием для ее успеха. Отсюда следовало, что взятие им функций верховного главнокомандующего было совершенно обязательно с точки зрения тех, кто направлял эту кампанию. Они действовали осмотрительно, заметая следы, а в сущности не оставили царю иного выхода. Коллективное всеподданнейшее письмо всех министров, за исключением Горемыкина и министра юстиции Хвостова, направленное в эти дни, могло только укрепить Николая II в самых худших подозрениях. Министры просили его, дабы предотвратить «тяжелые последствия» в кавычках для России и династии, отказаться от своего намерения, оставив верховным главнокомандующим Николая Николаевича. Почти одновременно с письмом министров царю был вручен поразительный документ – доклад членов военно-морской комиссии Государственной Думы, подписанный председателем комиссии кадетом Шингаревым и 8 другими членами Думы, включая Шульгина и Ефремова. Доклад был пронизан мыслью: «Общественность, в кавычках, должна взять в свои руки обеспечение войны». Император Николай II, прочитав доклад, имел полное право сделать логический вывод о том, что русские общественные круги желают, чтобы монарх в своем лице совместил управление страной и верховное главнокомандование. И еще одно. Доклад был составлен и подан по наущению Поливанова. Глупец Родзянко, устроивший истерику в Мариинском дворце, не понимал, что делали в Думе под самым его носом.
Николай II легкомысленно вошел в подготовленную для него ловушку. Современники отметили единодушно реакцию обывателя. Царь поехал на фронт быть в беде. 3 сентября 1915 года царь разогнал Думу, прознав, что она столкнулась с прогрессивным блоком. Несостоявшиеся «революционеры» в кавычках забили отбой. Им было настоятельно необходимо заверить власть в своей благонадежности и в то же время не потерять лиц в стране, сказав, что они не оставили своих намерений. 27 сентября 1915 года русские ведомости напечатали фельетон «Аллегорию». Трагическое положение В.А. Маклакова, совсем недавно названного будущим министром юстиции и, отмечает Катков, тесно связанного с масонами. «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге», – внушал Маклаков. «Один неверный шаг, и вы безвозвратно погибли. В автомобиле близкие люди, родная мать ваша, и вдруг вы видите, что шофер править не может. К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной. Им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна. Одна секунда без управления, и автомобиль будет в пропасти. Однако выбора нет. Вы идете на это, но сам шофер не идет. От того ли, что он ослеп или не видит, что слаб и не соображает из профессионального самолюбия и упрямства. Но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить его место? Как бы вы ни были ловки и сильны, в его руках фактически руль, и один неверный поворот или неловкое движение этой руки, и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает, и он смеется над вашей тревогой и вашим бессилием. Не посмеете тронуть. Он прав. Вы не посмеете тронуть, если бы даже страх или негодование вас так охватили, что, забыв об опасности, забыв о себе, вы решились силой схватить руль. Пусть оба погибнем. Вы остановитесь, но речь идет не только о вас. Вы везете с собой свою мать. Ведь вы ее погубите вместе с собой, сами погубите, и вы себя сдерживаете. Вы отложите счеты с шофером до того времени, когда минует опасность. Вы оставите руль у шофера. Более того, вы постараетесь ему не помешать, будете даже советом, указанием содействовать. Вы будете правы, так и нужно сделать. Но что вы будете делать, испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже с вашей помощью шофер не управится? Что будете вы предпринимать, если ваша мать при виде опасности будет просить вас о помощи, не понимая вашего поведения, обвинит вас в бездействии и равнодушии? Что до руководителей прогрессивного блока, то они сделали надлежащие выводы. Оттеснить верхи не удалось. С разгоном Думы выявилась ясная оппозиция монархии и крепостников, помещиков. Не отдать России либеральной буржуазии. Ленин, полное собрание сочинений, том 27, страница 28. Натиск в лоб не удался. Необходимо прибегнуть к обходным путям. Для этого уже существовали сверхдостаточные возможности, как и благовидный предлог – веление эффективного ведения вооруженной борьбы. Масоны гнали Россию к пропасти революции.
натравить людей друг на друга, вначале нужно было пошатнуть веру в царя, обескровить армию, перегнать золотой фонд России в банки евреев в другие страны. За 3 года войны, писал Барсуков, Россия выдала заказов одной только Америке на 1 800 000 000 000 рублей золотом, и при том без достаточно положительных для себя результатов. Главным образом за счет русского золота выросла в Америке военная промышленность громадного масштаба, тогда как до мировой войны американская военная индустрия была лишь в зачаточном состоянии. Исполинская же гора военно-промышленного комитета родила мышь. В середине ноября 1915 года Маниковский в письме «В новое время» засвидетельствовал, что от военно-промышленных комитетов не получено ни одного снаряда. Отсюда в высшей степени сложная тактика буржуазии и ее партии, имевшая в виду создать затруднение царизму в ведении войны. Расхожее положение «чем хуже, тем лучше» становилось рабочей доктриной буржуазии. Страница 126 книги Яковлева 1 августа 1914 года. Помимо психологических причин, образно описанных Маниковским в деле артиллерийского снабжения, хозяйничали чьи-то незримые руки. Кто-то был заинтересован в том, чтобы императорская армия терпела поражение из-за нехватки снарядов, в то время как тыловые склады забивались ими до предела. Не в ожидании ли того времени, когда в бой пойдет армия буржуазной России? Едва ли смелое допущение. Нехватка патронов на фронте относится за счет тех же таинственных причин, как и нехватка снарядов. Нехватка ресурсов не была причиной того, что якобы страна исчерпала все, а явилась следствием умышленно соперниками создаваемого хаоса. Агитационная и пропагандистская работа большевиков строилась на научной базе марксизма-ленинизма. Эти люди имели широкие возможности и практически неограниченные средства для систематической компрометации династии и внешне убедительное объяснение своей деятельности. Они депекутся только и исключительно об интересах народа, в кавычках. На деле главным и единственным побудительным мотивом этой кампании была ненасытная жажда власти. Построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему каждый клевещет на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче свалить существующий режим во что бы то ни стало. И для этого многие из этих союзников признали в свою тактику, что цель оправдывает средства. А потому для достижения поставленной цели не брезговали никакими приемами,
в особенности же заведомой ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем изолгалась. Фабрика слухов и сплетен бесперебойно функционировала до 1914 года, усилила свою работу с началом войны. Поражения на фронтах подкидывали пищу чернильным гиенам, обосновавшимся в редакциях буржуазных газет. К 1916 году организаторы этой кампании добились значительных успехов. Немало людей начали смотреть на происходившее в Петрограде, а следовательно и на ход войны, их, в скобках, масонов, глазами. В России началась истерическая кампания шпиономании. Руководитель австрийской разведки Ронге много лет спустя после окончания войны писал: «Русское шпионоискательство принимала своеобразные формы. Лица, которые были ими арестованы и осуждены, как, например, жандармский полковник Мясоедов, Альтшулер, Розенберг, председатель Ревельской военной судостроительной верфи, статс-секретарь Шпан, военный министр Сухомлинов и другие, не имели связи ни с нашей, ни с германской разведывательной службой. Чем хуже было положение русских на фронте, тем чаще и громче раздавался в армии крик «Предательство!». Страница 151. Накануне открытия Земского съезда в Москве в сентябре 1915 года в доме Челнокова состоялось негласное сборище лидеров недавнего прогрессивного блока, на котором присутствовал Львов, Гучков, Милюков, Шингарев, Коновалов и другие. На тайном толковище было сделано великое открытие. Правительство, где находится во власти «черного блока», в кавычках. Стоящие за ними темные силы спят и видят сепаратный мир с кайзером. «Черным блоком» масоны называли поддерживающих царя. Отныне, вплоть до февральской революции, борьба против «черного блока» стала их знаменем. Но еще Ленин говорил, что царизм не мог стать на путь сепаратных сделок договора с Германией. Том 30, страница 243. Лидеры масонов, поднявшие крик по поводу «черного блока», конечно, не верили в его существование. Под прикрытием дымовой завесы инсинуации в адрес темных сил, то есть против монархистов, масоны собирали собственные силы, в ее представлении светлые. Работа шла по многим направлениям, но, высказывает мнение Мельгунов, масонская ячейка и была связывающим как бы звеном между отдельными группами заговорщиков, той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями. Неслыханную энергию развивает Некрасов, который шныряет повсюду, убеждая создать некую национальную организацию для напора на правительство. В дополнение к земским и городским союзам, настаивает он, нужно учредить союзы рабочих, промышленников, крестьян, кооперативов. Надо всю Россию покрыть всероссийскими союзами, суммируют информаторы. Охранки – сущность его горячих речей. Во главе организации должен стать, говорил Некрасов, союз
союзов. Вот. Вот и профсоюзы, плод масонских происков. Удлиненная рука партии вовлекла в свои ряды толпы верующих, не разобравшихся, что есть профсоюзы. Страница 155. Корреспондент приставки Лемке записывает: «Очевидно, что-то зреет. Алексеев долго не выдержит своей роли. Что-то у него есть связывающее с генералом Крымовым именно на почве политической, хотя и очень скрываемой деятельности. По некоторым обмолвкам, Пустовойтенко, генерал-квартирмейстер ставки, видно, что между Гучковым, Коноваловым, Крымовым и Алексеевым зреет какая-то конспирация, какой-то заговор, которому не чужд еще кто-то. Полковник царской армии Балабин рассказывал: во время беседы с Алексеевым мы говорили о том, что все это приведет к новой революции и закончится гибелью государства. Мы считали, что выходом из положения мог бы быть дворцовый переворот». И слезы. Погибла Россия. Погубили. Погибла Россия. У Николая нужно силой вырвать отречение от престола. Полковник, несомненно, входил в ядро той заговорщической группы, ячейки, которую создавали в армии Гучков и иные. Бездумным назначением министров, вроде святочного деда Штюрмера, доводили страну до бешенства. И кому охота, кому это нужно было доводить людей до исступления? Что это, нарочно что ли делалось? Задавал риторический вопрос преданный трону Шульгин. Военные расходы России за войну составляли, февраль 1917 года, 29,6 миллиарда рублей. Малая эффективность помощи союзников объяснялась прежде всего тем, что русские военные заказы рассматривались в странах Антанты и Соединенных Штатов как досадная помеха. Западные промышленники рассматривали русские заказы как средство наживы. В 1922 году советская делегация на Международной экономической конференции в Генуе оценила ущерб, нанесенный России в результате невыполнения союзниками своих обязательств в области материально-технической помощи в 3 миллиарда рублей. А на фронтах положение, приказ удержаться, войска стоят под огнем, по колено в воде, и чтобы хоть немного передохнуть, складывают трупы немцев и на них садятся, так как окопы полны воды. В апреле в Россию явились деятели Второго интернационала. Министр Тома и социал-шовинист Виви Вани, они завели старую песню. Просили 400 тысяч русских солдат. Тома быстро нашел общий язык с буржуазией, с масонами. Председатель Государственной Думы Родзянко, считавший себя патриотом, шельмовал русскую армию, одержавшую в 16-м году победы, не имевшие себе равных в лагере Антанты до тех пор. В документе проглядывает мысль: все будет хорошо, только при иных у власти, при масонах. Буржуазия, то есть масоны, наглела на глазах. Они уверяли, что смогут делать все по-иному и много лучше. На деле они оказались способны только на разрушительную критику.
Страница 182. Алексеев вынашивал собственные планы. 28 июня 1916 года он подал Николаю II докладную записку с предложением назначить для общеимператорского управления диктатора. Царь отшатнулся перед такой перспективой, а инициативу Алексеева надолго запомнили руководители «общественности» в кавычках. Родзянко писал Гучкову: «Генерал Алексеев настаивал определенно на немедленном введении диктатуры». Изворотливый Гучков решил не мытьем, так катаньем изобразить Алексеева, если не соучастником деяний общественности, то есть масонов, то по крайней мере симпатизирующим ей. Опубликовав одного из писем, в котором он писал: «Я уже не говорю, что нас ждет после войны. Надвигается потоп, и жалкая, дряная, слякотная власть готовится встретить этот катаклизм мерами, которыми ограждают себя от проливного дождя. Надевают галоши и открывают зонтик». Царица немедленно переслала Николаю II документы, приписав: «Сурово предупреди старика Алексеева в отношении этой переписки, которая рассчитана на то, чтобы потрясти его». Очевидно, что паук Гучков и Поливанов оплетают паутиной Алексеева. Нужно открыть ему глаза и освободить его. Ты можешь спасти его, пишет императрица. К осени 1916 года кадеты и прогрессисты сочли, что тактика параллельных действий, как называл ее Милюков, недостаточна. До тех пор они высказывались за то, чтобы сохранять к правительству положение спутников, посаженных в одно и то же купе, но избегающих знакомства друг с другом. Это означало, что те, кто причислял себя к прогрессивному блоку, не требуя отставки правительства Штюрмера, стремились проводить в Думе законы, намеченные в программе блока. Последовала неизбежная внутренняя грызня. Блок заскрипел, а за кулисами шли негласные переговоры, кого включить в состав будущего правительства. Еще 6 апреля 1916 года на квартире Прокоповича и Кусковой было проведено тайное совещание представителей кадетов, октябристов и левых партий, меньшевиков и эсеров. С изменениями Родзянко взамен Львова и выведены трое либеральных царских министров, был воспроизведен список, опубликованный в августе 1915 года. Планировалось правительство, поголовно состоящее из кадетов и октябристов, что поддерживали меньшевики и эсеры, сидевшие на сборище. Более всего удивило Милюкова то, что в правительстве планировалось ввести Терещенко. На взгляд профессиональных политиков, обходительный молодой человек, театрал и меломан никак не соответствовал намеченному для него посту министра финансов. Но Терещенко после февраля 1917 года стал министром. Кабинет, определенный на совещании 6 апреля 1916 года за чаем у супругов Прокоповича и Кусковой, встал у власти после февральской революции, только пополненный от фракции трудовиков Керенским и меньшевиком Чхиидзе. Что же объединяло этих людей, принадлежавших к разным партиям? Высокомерный Милюков не разглядел и не понял, что перед ним были руководители масонской организации.
Они собрали это совещание и наметили кандидатуры почти поголовно из своей среды. По этой линии шло поразившее Милюкова сотрудничество представителей меньшевиков и эсеров, принадлежавших масонам, с буржуазными деятелями, которых они публично поносили, но втайне обнимали как братьев. Правительство было намечено. Дело оставалось за малым – поставить его у власти. А для этого необходимо для начала свалить Штюрмера. Милюкову, непосвященному в масонские тайны, выпала роль застрельщика новой вспышки кампании против режима. В статье 1921 года «Как пришла революция» Милюков подчеркивал: «Мы не хотели этой революции. Мы особенно не хотели, чтобы она пришла во время войны. И мы отчаянно боролись, чтобы она не случилась». Страница 190. Кампания, начатая буржуазией о сепаратном мире, как и другие надуманные утверждения, имела в виду не заботу о судьбах России, а диктовалась своей корыстными интересами капитала свалить соперников, одновременно предотвратив революционный подъем масс. Страница 198. Остается добавить немногое. Имя генерала Маниковского всегда открывало список военных, входивших в масонскую организацию. По обыкновению министерства не могли с собой сговориться. Интендантство заказывало, железные дороги привозили, а сохранять было негде. На рынок же пускать не разрешалось. Это было так же нелепо, как и многое другое. «Точно сговорились все делать во вред России», – писал Родзянко. Тут, вероятно, Родзянко подошел к истине. Одним головотяпством чиновников объяснить происходившее было невозможно. Буржуазия и ее агенты, масоны, не дремали. Словесные нападки на режим они подкрепляли делом, способствовали созданию к началу 17-го года серьезного продовольственного кризиса. Разве не прослеживалась синхронность? С начала ноября резкие нападки в Думе и тут же крах продовольственного снабжения. На совещании в Ставке командующий Северным фронтом генерал Рудский недоумевал. Общее мнение таково, что у нас есть все, только нельзя получить. Помощник главного интенданта генерал Богатко констатировал: «Вследствие нарушения правильного транспорта нельзя было подать топливо, сырье, вывести заготовленные предметы снабжения и так далее. Все это вызывало недостаток предметов первой необходимости в стране, дороговизну. То, что царскому генералу представлялось как нераспорядительность, на деле было саботажем буржуазии, масонства, политическим продолжением ее тактики. Чем хуже, тем лучше. Трудно сказать, скорбя или втайне торжествуя, подводил итоги проделанной в этом направлении работы первый министр земледелия Временного правительства, кадет Шингарев, заявивший, что к началу марта 1917 года были минуты, когда оставалось хлеба на несколько дней в Петрограде и в Москве. И были участки фронта с сотнями тысяч солдат, где запасов хлеба оставалось на полдня. При допросе в Следственной комиссии Временного правительства
Протопопов, бывший министр внутренних дел, говорил: «Для революционных действий, идущих против старого строя, нет более удобных путей, как экономическая борьба, то есть путь, чтобы еще более расстроить кровообращение страны, вселяя недовольство и доводя его до сильнейшего состояния, пока не произойдет взрыв. Этот ужас». Тайные зачинатели этого образа действий, преследовавшие узкую цель воцарения у власти, не видели, что сеяли бурю. Они поднимали самые широкие массы народа, измученного войной, не только против царизма, но и буржуазии. Безошибочный классовый инстинкт народа указывал: в бедствиях, через которые проходит страна, виноват весь правящий класс. Никто иной, как Керенский, в статье «Короткая память» еще в 1920 году признал: «Да, цензовая Россия опоздала своевременным переворотом сверху, о котором так много говорили и к которому так много готовились, то есть к переходу всей власти к масонам. Опоздала предотвратить стихийный взрыв государства, не царизма только, а именно всего государства, государственного механизма. И нам всем вместе, демократии и буржуазии, пришлось наспех среди дьявольского урагана войны и анархии налаживать какой-то самый первобытный аппарат власти. Было несколько вариантов лишить власти царя, хотя многое точно установить невозможно. Главное, ясное, последние недели самодержавия на него сделали ставку масоны. По их линии, несомненно, были объединены оба заговора – Гучковский и Львовский. Было отдано предпочтение первому. Образовались конспиративные комитеты. Когда в эмиграции в 20-е годы Милюков узнал об этом, он написал: «Это сообщение является для меня, к моему стыду, как историка революции, совершенно неожиданным. Впредь до более авторитетного подтверждения я остерегусь вносить этот факт в текст моей истории». Страница 219. Те, кто входил в масонскую организацию, горой стали за дворцовый переворот. Они двигали заговор только в этом направлении. Меньшевики Чиидзе, Чинкели, Скобелев, а также Керенский, все масоны, одобрили этот образ действия и ради его успеха делали все зависевшее от них, чтобы парализовать развитие массового движения в стране. Хатисов перед поездкой на Кавказ к Николаю Николаевичу получил наказ еще от Чиидзе передать
Жордане и другим меньшевикам всеми силами удерживать рабочих от выступлений. Вероятно, в этом разгадка испуга Чиидзе, подмеченного Милюковым перед солдатским бунтом в первые дни февральской революции. Для Чиидзе, сжившегося с мыслью, что все решит дворцовый переворот, приход революции был крушением сокровенных надежд. Методы, которые масоны хотели применить при управлении страной, произвели впечатление на Станкевича, впоследствии комиссар Временного правительства при Ставке. «В конце января месяца, — говорил он, — мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. Речь шла о возможностях дворцового переворота. К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левое русло, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждение, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды. Шульгин вспоминает: «Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских скамей в министерские кресла, при условии, что императорский караул охранял нас. Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала, у нас кружилась голова и немело сердце». Вероятно, так представлялось дело непосвященным. Но бог о бог с ними были те, кто знал, русские масоны. Они отделывались общими фразами на многолюдных сборищах и неукоснительно хранили тайну своих планов. Нет сомнения, что только они, правящие верхушки России, выступали сплоченной ячейкой, имея достаточно четкий проработанный замысел. Вот что означают слова Ленина: «Есть такая партия». Советская власть есть путь к социализму, на этом его непобедимы. Масоны вели дело к упорядоченному, в их понимании, переходу власти в руки буржуазии, в форме только военной диктатуры, или, если угодно, хунты, естественно, не связанной никакими законами. Кого же планировали масоны поставить во главе хунты? «Вспомним, — писал Мельгунов, — что Хатисов должен был указать на сочувствие заговору генерала Маниковского, и со стороны именно Некрасова, несколько неожиданно для левого кадета, в частном заседании Государственной Думы в полуциркульном зале 27 февраля было сделано по свидетельству Шедловского предложение о временной диктатуре и вручении власти популярному генералу, имя которого и назвал Некрасов. Это был генерал Маниковский». Хунте не суждено было утвердиться у власти, а товарищ военного министра Маниковский не сел в кресло военного диктатора, уготованное ему той частью правящих деятелей, которые именовали себя масонами. Революционный взрыв обогнал график их тайной работы. В тот день, 27 февраля, когда Петроград был в руках восставших масс, предложение Некрасова о введении военной диктатуры, по словам Милюкова, было неудобным. В переводе с думского жаргона это означало новое обострение революционной борьбы,
острие которой неизбежно обратится против буржуазии, прокрадывавшейся к власти. Гучков вещал: «Революция, к сожалению, произошла слишком рано. Дворцовый переворот, который должен был опередить весеннее наступление русской армии, был спланирован гучковцами на середину марта. В эмиграции, в вихре обвинений и контробвинений экс-политиков Гучков утверждал: «Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных к заговору привлечь не удалось». Это, конечно, неверно. А Маниковский? Ленин указывал, что непосредственными участниками заговора была часть генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона. Том 31, страница 16. Размышляя на склоне лет о причинах провала планов контрреволюции в 17 году, Милюков писал о положении царизма и буржуазии в канун февральской революции. Обе стороны, вступившие в открытую борьбу, к чему-то готовились. Но это что-то оставалось где-то за спущенной завесой истории, и ни одна сторона не проявила достаточно организованности и воли, чтобы первой поднять завесу. В результате случилось что-то третье, чего именно в этой определенной форме не ожидал никто, что получило немедленно название «начало Великой Русской Революции». По выражению Ленина, в огромных размерах ускорила ход истории, и на одном из ее крутых поворотов телега, залитой кровью и грязью романовской монархии, могла опрокинуться сразу. Там же страница 13. Исследуя причины скорой победы февральской революции, Ленин подчеркнул, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе и замечательно дружно слились совершенно различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные стремления. Том 31, страница 16. Меч революции поразил гадину в тот самый момент, когда она только становилась на ноги. Ныне носителей чудовищных планов, пожалуй, почти не осталось живых. И если есть необходимость вернуться к этой в общем решенной проблеме, то только по одной причине – пролить свет на значение русского масонства и те изощренные методы, которыми эта сверхорганизация попыталась замаскировать свои следы. Так пишут сегодняшние масоны, чтобы отмежеваться от тех, которые передали им власть. Он был умным и даже талантливым человеком, Николай Виссарионович Некрасов, только отдал свои незаурядные способности служению злу. В десятилетие, предшествовавшее 1917 году, а с него и падает вся политическая деятельность Некрасова, незримая рука высоко вознесла его по причинам, которых не понимали даже те, чье дело он отстаивал. 28-летний профессор кафедры статики мостов и сооружений Томского политехнического института Некрасов
1908 году прошел депутатом в Государственную Думу от кадетов. Генерал-губернатором Финляндии застала его Октябрьская революция. В 30-е годы он дополнил предысторию уже тогда давних лет колоритным рассказом о масонах, причем утверждал, что никого из оставшихся в живых масонов он не помнит. Едва ли он был искренен. Вспомним тревоги престарелого Керенского и Кусковой после выхода мемуаров Милюкова спустя почти 20 лет. В рассуждениях Некрасова в 30-е годы картина верхов накануне и во время февральской революции претерпела метаморфозу. То, что представлялось сцеплением случайностей, приобрело форму заговора, хотя, может быть, он переоценивал роль масонов вообще. «Я был принят в масонство», — писал Некрасов, — «в 1908 году. Ложей под председательством графа Орлова Давыдова на квартире профессора Ковалевского. Ложа эта принадлежала к политической ветви масонства и была первоначально французской ложей «Гран Принс де Франс». Но уже с 1910 года отделилась и прервала связи с заграницей, образовав свою организацию «Масонство народов России». В 1909 году для очистки новой организации от опасных по связям с царским правительством и просто нечистоплотных морально людей организация была объявлена распущенной и возобновила свою работу уже без этих элементов. Князь Бибутов, Маргулиев, впоследствии глава Белого северо-западного правительства. Новая организация была строго конспиративна. Она строилась по ложам 10-12 человек. И во главе стоял Верховный Совет, выбиравшийся на съезде тайным голосованием, состав которого был известен лишь трем особо доверенным счетчикам. Председателем лож был известен только секретарь Верховного Совета. Таким секретарем был я в течение 1910-1916 года, пишет Некрасов. Масонство имело устав, даже печатный, но он был зашифрован в особой книжке «Итальянские угольщики 18-го столетия», издание Семенова. Масонство народов России сразу поставило себе боевую политическую задачу – бороться за освобождение Родины и за закрепление этого освобождения. Имелось в виду не допустить при революции повторения ошибок 1905 года. Когда прогрессивные силы раскололись, и царское правительство легко их по частям разбило. За численностью организации не гнались, но подбирали людей морально и политически чистых. А кроме и больше того, пользующихся политическим влиянием и властью. По моим подсчетам, ко времени февральской революции масонство имело всего 300-350 членов, но среди них было много влиятельных людей. Показательно, что в составе первого временного правительства оказалось три масона – Керенский, Некрасов и Коновалов. Yeah.
вообще на формирование правительства масоны оказали большое влияние, так как масоны оказались во всех организациях, участвовавших в формировании правительства. Масонство было надпартийным, то есть в него входили представители разнообразных политических партий, но они давали обязательства ставить директивы масонства выше партийных. Народнические группы были представлены Керенским, Демьяновым, Переверзевым, Седамом Эйсовым, исключен в 12 году ввиду подозрений в связи с Азефовщиной. Меньшевики и близкие к ним группы имели Чиидзе, Гагичкори, Ченгелия, Прокоповича, Кускову. Среди кадетов были Некрасов, Колюбяка, Степанов, Волков и много других. Среди прогрессистов отмечу Ефремова, Коновалова, Орлова, Давыдова. Особенно сильной была организация на Украине, где ее возглавляли барон Шенгельс, Григорович Борский, Василенко, Писаржевский и ряд других видных имен, до Грушевского включительно. Сыграла роль, когда оно помогло объединению прогрессивных сил под знаменем революции. В момент начала февральской революции всем масонам был дан приказ немедленно встать в ряды защитников нового правительства, первовременного комитета Государственной Думы, а затем временного правительства. Во всех переговорах об организации власти масоны играли закулисную, но видную роль. Позже, как я уже указывал выше, начались политические и социальные разногласия, и организация распалась. Допускаю, однако, что взявшее в ней верх правое крыло продолжало работу, но очистилось от левых элементов, в том числе от меня, объявив нам о прекращении работы, так как к этому приему мы и раньше прибегали. Некрасов еще раз подчеркивал сверхконспиративный характер организации. Он указал, что многие попытки проникнуть в нее пресекались с порога. Так Некрасов рассказал о стремлении польских масонов связаться с русскими и заключил: «Но мы на это не пошли, так как он, представитель польских масонов, был связан с французскими масонами, среди которых было много агентов охранки». Масоны всех степеней и градусов, рвавшиеся к установлению в России автократии, были последовательными противниками большевиков. Антибольшевистская платформа объединила все российские масонские ложи, независимо от того, входили они в организацию, возглавлявшуюся Некрасовым и другими, или нет. Заметим, что антибольшевизм сплотил в единое целое все буржуазные партии, несмотря на различия во взглядах и целях. Один из членов масонской ложи спустя много лет припоминал, большинство существовавших в России, по крайней мере в Петербурге, масонских организаций,
сущности представляли собой филиальные отделения французских орденов и в той или иной степени ориентировались на национальную французскую ложу «Великий Восток», организованно тесно связанную с правительством и деловыми кругами Франции. Мы находим масонов в чудовищном клубке антибольшевистских заговоров до октября 1917 года. Они активнейшие участники антисоветских организаций после Октябрьской революции. Но кто может пролить свет на все это из живущих? Значит, снова нужно обратиться к живой истории, к Шульгину. Июнь 1974 года. Автор в чистенькой квартире Шульгина во Владимире. 96-летний Шульгин бодр, тверд в памяти. Василий Витальевич, понимаю, надоел. Один только вопрос, последний. Что вы знаете о масонах? Знаю, хотя не очень много. А почему вы заинтересовались? Книжку написал. Мне кажется, что Некрасов верховодил у них. Николай Виссарионович, не думаю, чтобы он был главным. Вы бы занялись Маклаковым. Не Николаем Алексеевичем, а братом его, Василием Алексеевичем. Он был масоном высоких степеней. Гостил я у него в эмиграции в 20-е годы. Он мне рассказывал, что организация была серьезная, очень серьезная. Не в зарубежье, конечно, а на родине. Чего же они... Тайна беззакония в действии. Масонство. Часть третья. Простуйте народы, но среди сихий внимайте все отдаленные земли. И
Исайя 8:22. Стоит ли заниматься дальше масонами? Очень стоит. Только трудно. Они таились, а организация была весьма серьезная. Скажите, прав ли я, когда считаю, что в правившем лагере за кулисами четко обнаружились тенденции к правой автократии? Подумал, пожевал бескровными губами, погладил крепкой рукой седую до желтизны бороду и сказал: «Наверное, пожалуй, так и обстояло дело». Разговоры о многопартийности оставались разговорами. Власть, профессор, она одна, и ее матушку делить с кем-либо негоже. Слишком драгоценный дар. Нельзя было ее распределять по партиям. Люди, о которых вы изволили говорить, были кремень, и раз схватив власть, ее бы не уронили. А многопартийность, да мало ли о чем болтают на перегонах между политическими станциями. Пустые разговоры для простодушных. Установление того, что верхушка всех, без исключения российских буржуазных партий, была объединена в рамках некой сверхорганизации масонов, позволяет по-иному взглянуть на подоплеку событий тех лет. В главном и решающем вопросе о власти лидеры эксплуататоров попытались осуществить концентрированную волю. В широком смысле эксплуататорский класс стремился создать единую сверхпартию. Она по необходимости могла пока охватывать только его верхушку, ибо раскрытие замысла объединения всех сил буржуазии в рамках одной организации неизбежно подорвало бы цели, поставленные инициаторами этого образа действий. Страна бурлила, стояла на пороге революции. Бесчисленные миллионы поднимались на борьбу против царского самодержавия. Объявить в этих условиях, что буржуазия стоит за новую автократию, означало бы немедленно совершить политическое самоубийство. Поэтому случилось так, что руководители российской буржуазии были вынуждены с величайшей тщательностью скрывать выковывавшееся среди них единство за спиной народа и против народа. Отсюда политический плюрализм, заполнивший российскую сцену в 1917 году. Верхушка буржуазии считала сложившееся положение временным, приходящим. Мозговой трест кадетов приступил к объяснению этого буквально с первых дней после февральской революции. Разумеется, прибегая к самой революционной в кавычках фразеологии. Уже в конце марта 1917 года в брошюре «Голуба. Радикальный блок» бросается призыв к объединению всех социалистических, в кавычках, партий, ибо в России, словно в первый день творения, величайший хаос и величайшие возможности. Название брошюры достаточно, чтобы понять, о каких социалистах в ней шла речь. Новоявленные социалисты, кадеты вкупе с меньшевиками и эсерами должны были единым фронтом выступить против большевиков,
спасибо, разъяснил автор. Таких «социалистов» в кавычках больше всего страшит диктатура пролетариата. А что взамен этого лозунга, сплачивавшего вокруг большевиков трудящихся? Угнетенным русским безразличие партий и классов, как воздух, необходимо было прежде всего осуществление прав человека и гражданина. Битая, знакомая демагогия, бесстыдная спекуляция на революционности народа. Пока говорили люди второго эшелона, подлинные хозяева помалкивали, дожидаясь своего звездного часа. Началась пропаганда сглаживания разногласий между буржуазными партиями. Но лидеры буржуазии не успели, не смогли справиться с народной стихией, энергия которой была направлена в русло социалистической революции. Наши враги успели создать единение буржуазных верхов, но у них не хватило времени консолидировать его, ибо они не могли найти массовой опоры в революционной стране. Спасение пришло в последний час. Для реакционеров то было крушением всех надежд. Как заметил Черчилль, ни к одной из наций рок не был так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел ко дну. Когда гавань была уже на виду, она претерпела бурю, когда наступила гибель ее. Вы слушали отрывки из книги профессора Яковлева «1 августа 1914 года», издательство «Молодая гвардия», 1974 год. Сверхконспиративной организация масонства была на низших ступенях, а о высших ступенях не позволялось и говорить. О мозговом тресте даже высокочтимые редко и догадывались. В дальнейшем мы посмотрим в эту кухню алхимиков, где, склонившись не над колбами и ретортами в поисках эликсира жизни и не способа превращения всех металлов в золото, как этим занимались ученые средневековья, а над изысканием кратчайших путей к созданию наднационального, космополитического сверхправительства склонилась когорта бункерных стратегов, международных гроссмейстеров. У каждого в руке свое кадило, и густое облако курения возносится кверху. И он сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте?» Иезекииль 8:11-12. Смотримся и мы в то, что измыслили почитатели сионизма, вдохновленные Кагалом, росчерком пера, ставящие на край могилы десятки и сотни миллионов жизней ни в чем не повинных людей, повинных пред Богом, но не повинных пред евреями. Чтобы тебе поверить всему слышанному, слушатель, тебе придется выслушать много того, чего ты не слышал, и проверить по указанной литературе и по жизни. Если же и после этого ты не поверишь, но будешь воскурять вместе с мужами Израилевыми в темноте, в неведении, то кровь твоей погибшей души Бог взыщет с тебя самого. Мрак будет не всегда там, где он теперь огустел.
попытка свержения царя предпринята была масонами-декабристами. Сохранившийся перстень Рылеева имеет масонский знак. Попытка эта была явно преждевременной, гибельной. Вас развратило самовластие, и месть его вас поразил. И в неподкупном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ чуждает вероломства, поносит ваши имена. И ваша память от потомства, как труд земле сохранена. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет кровь вашей скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь она сверкнула на вековой громаде льдов. Зима железная дохнула, и не осталось и следов. Так писал Тютчев. Но когда-то же надо было и начинать осуществление планов разрезание общества на союзы, товарищества, советы. Невозможно было начать, пока у власти стоял самодержец, не считавшийся с прожектами и решениями конференций и дум, избранных от имени толпы. Первоочередная задача состояла в свержении царя и искоренении затем всякой царской династии. Задача огромная и по плечу только такому чудовищу, как масонство. Сегодня мы знаем, что в феврале 17 года к завершающему этапу подвели масоны ложи «Северная звезда» и «Возрождение». План свержения монарха и невозможность возвращения его к власти. Все это достигалось беспринципной ложью дискредитации всех действий Николая II. Развал интендантской службы, поражение на фронте. Авторитет и божественность самодержца более не вызывали трепета у простолюдина. «В Боже царя храни! Храни!» щемяще напоминало «Хорони!» Нимб неприкосновенности царской особы был сорван, и все поражения на фронте приписывались неудачливому царю. Но царь-великомученик шел по предназначению. Но горе тому, кем он предается. Луки 22:22. К этой странице истории мы возвратимся вскоре. Керенский, Коновалов, Некрасов и другие были крепко связаны клятвой масонства хранить тайну заговора и после его исполнения. Они, как и все те, кто был до них и после них, думали, что идея исходила от них. Здесь открываются новые траншеи тыла и тайн беззакония. Временному правительству отводилась роль свержения царя, и не более. В планы масонов входило привести мир к страшному разочарованию, развалу всех нравственных ценностей, к доказательству, что гои не могут управлять даже малой областью, не говоря уже о стране или части света. Для этого они измыслили на первых порах разбить мир на два лагеря,
привести их к равновесию сил и только после этого вынудить оба лагеря протянуть руки дружбы друг к другу и сесть во главе этого сверхправительства. Со свержением последней, самой мощной монархии, остальные самодержцы были оставлены ими как атрибуты прошлого мировой истории, экзотические зоны самоуправления. Начиная с 17 года, весь мир будет сценой, по словам известного драматурга Шекспира, на которой мужчины и женщины будут выполнять свои роли, которые отвели им масоны. Кому непонятно, что никакого труда не стоило задушить молодую республику Советов, задыхавшуюся в голоде и в шах солдатчины, корчившуюся в муках рождения. Древнегреческий путешественник Плутарх говорил: «Я обошел весь мир. Я видел государства, которые не имеют границ. Я видел города, которые не имеют укрепленных стен. Я встречал нации, которые не имеют денежной системы. Но нигде не встречал такого дикого и грубого народа, который бы не имел веры в Бога». И вот 1917 год. А лжи буржуазного общества, его прессы, говорят там, где своя новая, очищенная буржуазия, которая отныне будет везде называться от слова «комьюн» — «общий», «коммунары», «коммунисты», «комсомольцы». Примерно с 1970-х годов мозговой центр дал указание начинать чуть-чуть приоткрывать завесу действий масонов в зарубежных странах, где у власти класс капитала, в капиталистических странах. Но нигде ни одного слова не было опубликовано о действиях масонов в социалистических странах до второй половины 1979 года. Когда будет опубликована вторая часть этой разорванной завесы масонского храма, когда рассеян будет туман, тогда будет начато сшивание этих полотнищ, завесы воедино, и будет показано, что и там, и здесь, и всюду действовала одна и та же рука гроссмейстера. После Первой мировой войны была только одна война, которую вели евреи на серьезной ноте. Это война с арабами. Война на выживание, война на полное истребление по методу Иисуса Навина. Все остальные войны, в том числе Вторая мировая война, были запрограммированы, отрепетированы в бункерной канцелярии просветленных. Кто из слушателей мог бы ответить хотя бы 5 лет тому назад на такой простой вопрос? Почему Гитлер уничтожал евреев? Ведь были немецкие коммунисты и русские пленные, которые совершили по нескольку побегов из лагерей смерти Гитлера и остались живыми. А еврей, торговавший булавками и гардеробом, хватался нацистами и без суда бросался в печи. Где логика? Половина еврейского населения, ничем не досадив фашистам,
погибли от рук палачей. Почему? Конечно, здесь видно предопределение, к которому они сами себя подтолкнули в день смерти Сына Человеческого. Кровь Его на нас и на детях наших. И эта кровь требовала возмездия. Но это не ставилось в вину евреям. В руках гитлеровцев были документы, протоколы сионских мудрецов, по которым значилось, что евреи также стремятся к мировому владычеству. Но каждого иудея можно было вывести на помост и сказать: «Все, человек!» Настолько они были жалки и унижены, что в них видеть претендентов на роль властителей в то время, когда победоносный немец подходил к Москве, кого не рассмешила бы эта мысль? С таким же успехом могли бы тогда претендовать и поляки, и цыгане на мировое владычество. Ныне же опубликованы документы, по которым ясно видно, что верхушка евреев продала свой народ, большей частью смешавшийся с инородцами, потерявший свой язык, желание возвратиться на Сион. По тайному сговору с нацистами, этот народ-изгой, смешавшийся с гоями, ставший не народом, но балластом для еврейской нации, должен был быть уничтожен. Чтобы очистить нацию евреев от этой гнилой крови, готовилось образование израильского государства, и до начала гонения на евреев было дано указание содействовать отправке молодых евреев и евреек, способных воевать и рожать детей, солдат для Израиля. Свет еврейской модели был при содействии СС отправлен в Израиль. Кто дал указание Гитлеру вызволить молодежь евреев? Ныне это известно и сказано было выше в статье под заголовком «Гитлер – основатель Израиля». Здесь мы желаем показать, какие события были сделаны в мире как камуфляж и какие произведены со всей серьезностью. Этот метод возвращения к старому, уже сказанному, выбран нами не случайно. Таким образом, легче всего указать на то, как замыслы масонов претворялись в жизнь. Возведя Ленина на Олимп власти, они дали указание ему истребить царя Николая II, 14-летнего цесаревича Алексея, единственного наследника по мужской линии, и 4 дочерей царя – Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию. В ночь 16 на 17 июля 1918 года, после надругательств в Екатеринбурге, ныне Свердловск, по личному указанию Ленина был расстрелян последний царь династии Романовых вместе с царицей, царевичем, 4 дочерьми, личным лечащим врачом, служанкой Демидовых и собакой царя. Уничтожение царских отпрысков было делом обычным в древности, но девиц, не познавших мужа, даже самые известные тираны никогда не трогали. Такой акт неоправданной жестокости, бессмысленного лишения жизни, история еще не знала. На фоне такой жестокости непонятным выглядит происшествие
проявление милосердия Ленина к лидерам политических партий в большинстве масонов, которые беспрепятственно, а порой при личном содействии Ленина, выехали за границу. Например, Мартову Ленин сам лично заказал и тайно передал билет на поезд. Посмотрите на картину, где изображен молодой Володя Ульянов, когда он получил известие о казни брата Александра, покушавшегося на царя и не пожелавшего просить помилования. Он был повешен. Рядом сидит мать, плачущая о гибели Александра. «Мы пойдем другим путем», — говорит молодой революционер. «Вот это другой путь». Он видел, что царь слишком гуманно поступает к своим противникам, дает время писать свои труды в Шушенском, жениться, охотиться на уток. Нет, мы пойдем другим путем, с корнем, под корень. Никакого прощения, никакого снисхождения, никому, никогда. Да, такую личность не сразу смогли подобрать масоны. Нужен был такой человек, который был бы обозлен на царя смертельно. А Саша был любимый брат Володи, умеющий войти в доверие ко всем слоям общества. Практика жизни за границей дала это в избытке. Верил ли Владимир Ульянов в то, что будет построено справедливое общество без Бога, без церкви? В это, конечно, он верить не мог. Слишком умен был он. История говорит, что такого дикого и грубого народа еще никогда не было. Но в частных лицах наблюдалось, что когда падала религиозность, падала и нравственность. Но если в масштабах целой державы возвести в ранг политики насаждение безбожия, то что будет? Он этого не мог знать до конца. Первые опыты, первые плевелы безбожия ужаснули его, больного, изнуренного. Жена его, стратег по женской линии, видела, как падает дисциплина на предприятиях, как разваливаются семьи, и говорила ему об этом. Это ли положение невозможности повлиять на всю убыстряющуюся разруху и деморализацию общества? Или призраки убиенных им по его приказу? Но только все чаще стала изменять ему память, отказывал язык. Наступал паралич мозга, отнятие возможности покаяться. Что теперь пишут в своих воспоминаниях о нем? Это по образному выражению Мариэтты Шагинян в книге «Семья Ульяновых», 1963 год. Страница 208. «Весной нынешнего года нам с братом, — пишет Мария Ильинична о Дмитрии Ильиче Ульянове, — несколько недель пришлось сидеть за чтением двух огромных папок с воспоминаниями, собранными каким-то сотрудником профиздата, объехавшим приволжские города и опросившим много лиц. Что это был за ужас? Боюсь точно указать процент выкинутого и зачеркнутого нами, но, вероятно, не ошибусь, определив его в 80-90%. Немало сомнительных воспоминаний нашла я недавно в рукописях сестры Анны Ильиничны с ее пометками «Ерунда» и тому подобное. Трудно, я думаю, человеку со стороны оценить часто, что было в действительности и что высасывалось из пальца.
Так писала Мария Ильинична Ульянова. Высосана из пальца, взята с потолка. Послушайте сегодняшние дифирамбы ему. Припомните Сталина, портрет которого не висел разве только в туалете. Где слава его? Славы моей не дам никому, говорит Господь Бог. И чем дольше словословие, тем ужаснее разочарование. Что случилось с Лениным после расстрела им царской семьи? После того, как он стал во главе самого дикого и грубого народа. Читаем воспоминания личного, в некотором смысле, лечащего врача Ленина, Михаила Иосифовича Авербаха, 1872-1944 годы. Журнал «Наука и жизнь», номер 7, за 1969 год. 1 апреля 1922 года. Начальный период заболевания. Жаловался на головные боли, плохой сон и быструю утомляемость. Пятое посещение. 20 января 1924 года. Эта речь была напечатана только в газетах 1924 года и с тех пор не публиковалась. Охваченный недугом, который, увы, сильнее всякой идеи, сильнее всякой логики вещей, должен оторваться от мировой идеи, чтобы дать место мысли о своем физическом существовании. Любовь Божия явлена была и к этому маленькому бедному человечку, на лице которого и теперь в мавзолее написано страдание и крик. Как мне все это надоело! Как я устал от этих пьяниц, которых я научил не верить в Бога! Какие все вы мелкодушные и растленные! Я не Бог! И даже мертвого меня заставляют мучить этих часовых, и вас слоняться и смотреть на мои полуистлевшие мощи, из которых выброшены и мозг, обольщавший вас, и внутренности, переваривавшие голодный паёк. Врача, будущего академика Авербаха, понуждали искать окошечко, через которое до известной степени можно заглянуть в мозг, через глазное дно, думая, что это даст какой-нибудь ключ для объяснения мозгового процесса, бывшего вначале у Владимира Ильича, еще совершенно таинственным. Пояснение. Зная тайну беззакония в предпоследних ступенях, пролив море крови, оставив после себя беспощадных Дзержинских, Джугашвили, он не вынес веса, взваленного на него. Поистине он достоин тех слез рыданий, которыми сопровождала его вся страна бедняков. Читаем. В это время он занимал скромную квартиру в бывшем здании судебных установлений. Здесь не требуется и пояснение, что уже преддверие суда вечности для того, кто выносил приговор царю и миллионам тех, кто не примет его бредовые идеи, установление царства на земле без Бога. Недаром ближайшие друзья и сподвижники Владимира Ильича, пишет врач Авербах, смотрели на него чуть ли не как на прозорливца. Но об уме Ленина мало было бы сказать, что он был велик. В складе его ума, как и в выражении глаз,
улавливалось еще нечто другое, что, пожалуй, я назвал бы лукавством, хитростью. В разговоре вы чувствовали, что этот человек хочет и, в конце концов, вероятно, заставит вас высказаться, но сам не скажет ни одного лишнего слова. С несколько резкой манерой говорить, с очень легкой приятной картавостью. Схватив меня за руку, Владимир Ильич с большим волнением вдруг сказал: «Говорят, вы хороший человек. Скажите же правду, ведь это паралич и пройдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с параличом». Чувствуя начало своего конца, ясно уже ощущал с невыносимой болью невозможность видеть дальнейший рост своего великого дела, выстраданного всей своей жизнью. Давайте вникнем в трагедию этого человека, глубоко верующего в силы народа, получившего прекрасное воспитание, деликатного, интеллигентного во всех отношениях, глубоко образованного, неразвращенного пьянством и табаком. Для сравнения возьмем апостола Павла, стоящего у истоков великого дела обращения мира ко Христу. И едва начато было дело евангелизации, как начались раздоры схизма. «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Знай же, по отшествии моем войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут, говорящие превратно, дабы увлечь за собою. Наступят времена тяжкие». Что испытывал апостол язычников, пророческим оком окидывая будущее планеты Земля? Какой болью и страданием за овец, покидаемых им, наполнялось его старческое сердце? И наряду с этим тайна беззакония, вся суть коей заключалась в неспровержении всего того, что строил Павел, и провозглашение Богом воссевшего в храме. Теперь Павел, как на крыльях, облетает вселенную, чтобы успеть везде, где враг сеет разделение. Но после его отшествия, кто будет достоин вести народ? Кто осветит скрытое во мраке? Кто предупредит о грозящей опасности? Для вас нужнее, чтобы я остался еще на земле, и если бы можно, то и не умирал бы вовсе. Но Павел знал, в кого он уверовал, поручив все дело тому, кто верил ему полки добровольцев. Он знал, что сам пастырь восстановит новых делателей на жатву. Но что думают такие земные вожди, которые со всей серьезностью думают, что они дают свободу, равенство, братство? И вот дело, начатое Лениным, говорил Сталин в начале войны, гибнет безвозвратно. Равных себе он не видел и доверить некому. Что будет дальше? Дальше все его именем, как инквизиторы именем Христа, будут душить друг друга. Сталин, Берия, Хрущев, Брежнев и иже с ними. Исследование вынутого мозга показало, что, несмотря на огромную область поражения, вся зрительная сфера, центры и пути, так же, как и двигательные пути глаза, были невредимы. Чему привела Россия свой народ, прекрасно показал патриарх Тихон в послании к правительству.
измученному народу, изнуренному, вместо тяжкой кровопролитной войны, вы обещали дать мир без акций и контрибуций. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо акций и контрибуций великая наша Родина сама завоевана, умалена, расчленена в уплату наложенной на нее дани. Вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, еще недавно храбрых и непобедимых, оставив защиту Родины, бежать с поля брани, эмигрировать. Вы угасили в сердцах воодушевляющее их сознание, что больше всей любви никто не имать, кто душу свою положит за други своя. Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что когда дело касается защиты Отечества, пролетарии всех стран являются мирными его сынами, а не предателями. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их набираете и ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь к Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду, и не предвидится конца порожденной вами войне. Так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции. Не России был нужен заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотни беззащитных, гноят целыми месяцами по тюрьмам, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда. Даже без упрощения вами введенного суда, казнят не только тех, которые пред вами в чем-либо провинились, но и тех, кто пред вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве заложников. Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами, не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или ближними, вам по убеждениям. Казнят епископов, священников, монахов, монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой, неопределенной контрреволюционности. Бесчеловечные казни отягчаются для православных лишением их последнего предсмертного утешения, напутствия святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Не есть ли все это верх бесцельного по жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества? И ведь вы сами когда-то много претерпели от жестоких властей, но вам мало того, что вы обогрели руки кровью русского народа, его братской кровью, прикрываясь различными названиями, контрибуцией, реквизицией, национализацией,
вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему научению, разграблены и отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот. Грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем буржуев грабили людей состоятельных. Потом под именем кулаков стали уже грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих. Хотя вы не можете не сознавать, что в разорении великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется самая страна. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и беззаконной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийства, насилие и грабеж, всегда останутся тяжкими, вопиющими к небу об отмщении за грехи и преступления. Вы обещали свободу, великое благо свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Вот такой-то свободы вы и не дали. Во всяческом потворстве, неизменным страстям толпы, безнаказанностью убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления, как и истинно гражданские, так и высшие духовные свободы человека, подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда без особого разрешения не может человек провести себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда население целых домов выселяют, имущество выкидывается на улицу, когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод, на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто своего мнения без опасения подпасть под обвинение контрреволюционности? Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своей кровью, кровью мученичества, многие смелые церковные проповедники. Голос общественно-государственного обсуждения и обличения заглушен. Печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно. Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах нашей печати не помещали самые чудовищные клеветы на Церковь Христову, ее служителей, злобное богохульство. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляя епископов рыть окопы. Епископа Тобольского Гермогена, посылая священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль, это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины, приход, уничтожаете братство и другие церковно-благотворительные и просветительные учреждения, разгоняете церковные епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление православной церкви,
выбрасывая из школ священные изображения. Запрещаете учить в школах вере. Вы лишаете их необходимой для правильного воспитания духовной пищи. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы изобразить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой, могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде, о холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у вас на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества. И долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и напечатлев в ней образ зверя, сбываются слова пророка. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование, и что вы будете искать в них лишь повода к обвинению нас в противлении власти. Но чем выше будет подниматься столб злобы вашей, тем вернейшим будет это свидетельством справедливости наших обличений. Не наше дело судить о земной власти. Всякая власть от Бога допущена и привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину явилась Божиим слугой на благо подчиненным и была страшна не для добрых дел, а для злых. Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных, простираем мы наше слово увещевания. Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролитий, насилия, разорения, стеснения веры. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный ими отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч. Тихон, патриарх Московский и всея Руси, 1918 год, Москва. Простуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите! Вооружайтесь, но трепещите! Эти плоды масонского цепного пса атеизма будут потом насаждаться в Китае. Только там будет уже не Великая Октябрьская революция, но культурная революция. Затем будет Кампучия, где революцию назовут образцовой. А все это идет из одного русла, из лозунга, брошенного масонами
через Маркса и Энгельса в коммунистическом манифесте. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Призрак смерти, лагерей, психотюрем, тайных убийств. Но до этого еще далеко. Пока еще идет первый этап. И на смертном одре лежит тот, кому масоны верили начало практического применения разделения мира на два лагеря. И вот он, бедный и переполненный тайнами, лежит после большого тяжелого приступа, отнявшего у Владимира Ильича ногу, руку и речь, но не сознание. Он лежал в постели, окруженный съехавшимися со всей Европы знаменитостями. Положение было поистине трагическое. Дорогой слушатель, не хочется ли тебе хотя бы чуть-чуть ощутить те танталовы муки этого простого смертного человека, взявшегося осуществить первый практический шаг воплощения всемирной распри, народ на народ, отец на сына, все друг на друга? Люди более великие, такие как Плеханов, Савенков, Керенский, но жребий масонов пал на него. И здесь мы видим милость Божию к нему, которого не назовут Богом, но которому будут воздавать божеские почести. И ему, его идеям приписывать все победы, успехи, радости. Это предтеча при последних ступенях главного антихриста. Паралич, как правило, повреждает ум, а здесь наоборот. Чтобы человек этот мог покаяться. Человек, который своим словом приводил в состояние экстаза массы и убеждал закаленных в дискуссиях борцов и вождей. Человек, на слово которого уже так или иначе реагировал весь мир. Этот человек не мог выразить самой простой мысли, но в состоянии был все понять. Это ужасно. На лице его было написано страдание и какой-то стыд. При той впечатлительности и раздражительности, которые должны были являться при продолжительной нервной болезни, лишающей самостоятельности, чтобы в конце концов наступило что-то вроде неприязни по отношению к лечащим врачам. Владимиру Ильичу, как политической фигуре, может быть разное отношение. Все это цитируем по книге, но все, кто с ним соприкасался лично, независимо от своих политических убеждений, признают в нем человека огромного ума, колоссальной энергии и величайшей душевной красоты. Это воспоминания академика Авербаха. И вот такого человека избрали жертвой, взвалили на него все, что было выверено и проиграно на бумаге. Началось то, про что теперь говорят все после выстрела «Авроры». Совершилось! Дорогие друзья, эти слова сказал Христос на кресте. Совершилось! Верующие знают, что совершилось спасение человечества от мук угрызений совести,
рождался новый порядок. Отныне человек мог через Христа восходить на небо, получив рождение свыше. Но что совершилось здесь? Приведем небольшой, забавный на первый взгляд рассказ «Новогодний сон». В. Морозова из журнала «Мысль» за 1915 год, страницы 18-22. Верующий старец Северьяныч ведет молодого юношу, чтобы показать ему то, что открыл старцу Бог. Ночь, они идут по Москве, вышли в поле, уже начинало светать. Вдруг Северьяныч остановился и, схватив меня, повернул назад и сказал: «Зри!» Я так и обмер. Прямо под ногами зияла пропасть, дна которой не видно было из-за расплавшегося там внизу тумана. А может быть, его вовсе и не было? Дна-то! А теперь вот зри еще!» Сказал он, повернув меня в противоположную сторону вперед. Зимнего пейзажа как не бывало, а вместо него все поля и деревья. Поле зеленело молодой яркой зеленью, какая только бывает в начале мая. «Где мы?» — спросил я, сильно удивленный. «В Антихристовом царстве!» — отвечал он просто и спокойно. «А вот и слуги его!» Прямо на нас летели какие-то две большие птицы. Ближе, ближе. И, наконец, они оказались вовсе не птицами, а людьми с крыльями за спинами, когда близко подлетели к нам и стали на ноги. Они схватили этих христиан и повели к самому. Схватили их за шиворот и потащили. В молчании, пройдя весь путь, мы вступили в предместье какого-то города. «Что это за город?» — спросил я. «Москва», — ответил слуга Антихриста. И вдруг сильный взрыв потряс воздух, и масса камней полетела в одном месте города, в небо. И вслед за этим сперва тихо, а потом все громче и громче, раскатисто раздалось: «А-а-а-а!» «Ура!» — подбросили вверх фуражки, подхватили наши провожатые. «Что случилось?» — спросил я тревожно одного провожатого, после того, как он, наоравшись вдоволь, замолчал. «Пустое! Ничего особенного!» — сказал он успокоительно. «Наши это орут!» Чтоб нигде от них камня на камне не оставалось. Уж очень не любит сам от. По мере того, как мы подвигались вперед, встречались местами пустыри с развороченной землей, с торчащими камнями из нее. А местами вновь возведенные здания какой-то новой, невиданной мною раньше архитектуры. О разрушенных храмах, которых в Москве осталось только 7,6% от того, что было до революции. И только во время гонения от Хрущева было разрушено около 10 000 церквей, часовен. Об этом... Об этом хорошо описал Владимир Солоухин в книге «Слово живое и мертвое» в записках из Русского музея. Сколько погибло самых ценных сооружений в России, когда по указанию местных властей... Я
указания из Москвы закрывались храмы, изгонялись священники, закрывались монастыри. Трамваи, как ни в чем не бывало, ходили, как и всегда, зато автомобили исчезли, как будто сквозь землю провалились. По улицам толпами ходили люди, радостные, смеющиеся. Пением революционных песен, которые вместо обычных поклонов и рукопожатий приветствовали друг друга тем, что терли себе лоб и правую руку, после чего моментально на этих местах у них явственно обозначалась антихристова печать, которая потом сама собой мало-помалу бледнела и исчезала. На одной площади жгли мощи. В разных местах города не переставали все время раздаваться взрывы и крики «Ура!». Навстречу нам вели партии наклонных кандалы чернористов, монахов, священников и дьяконов, господствующей церкви старообрядцев, все вместе. Которого он раньше любил часто повторять. В последнее время все веры в одну совокупятся. Вот уже и сбылись эти слова. Черноризников окружала бегущая за ними свора мальчишек и женщин, работниц, которые дразнили их, дергали за бороды и плевали в лицо. «Куда их ведут?» — спросил я. «Куда?» Куда же больше? Да и по делону, очень вредно для нашего брата народ. Народ прямо бестия, сказал он и плюнул в лицо одному монаху, который как раз поравнялся с нами в этот момент. Миленькие, страдальцы Христовы. Бросился вдруг на колени северьяныч, протирая к толпе чернористов руки. «Благословите кто-нибудь из вас нас, грешных, чтобы Христос, батюшка, укрепил и нас пострадать за него, так же, как он укрепил вас». Какой-то сановный иеромонах выступил из толпы чернористов и левой рукой, поддерживая кандалы, правый благословил сперва северьяныча, а потом меня. Потом он смешался опять с толпой, а мы стали дальше продолжать свой путь. «Когда ж конец, хоть бы смерть поскорее пришла!» — мысленно взмолился я в отчаянии, усталый, измученный. «Ну, скоро и конец, вон и дворец, где сам живет!» — как бы отвечая на мою мысль, сказал провожатый. На самом деле, вдали виднелись между деревьями парка крыша дворца. Идут девушки в новых костюмах. Когда мы вошли в парк, через нос построенные чудные, никогда не виданные мной раньше архитектуры ворота. Впрочем, не одни мы. Но я видел, как вели арестованных, подобно нам, и других людей. Также рабочие с крыльями за спинами, как наши провожатые, то, дойдя до портала дворца через растворенные настежь двери, прямо вошли в громадный, полный народа зал. Через растворенные настежь двери, со многими ведущими к нам с разных сторон ступенями, находилось там возвышение посредине. На этом возвышении стоял трон. А по правую сторону трона стул, покрытый зеленым сукном. Между
какой-то юркий господин, которому можно было дать и 30 лет, и 40. Типичный еврей. Рвут монастыри по всему Союзу. Этот еврей, с первого взгляда, Леонида Ильича Брежнева, сионирование Артека. Рядом эмблема международного года ребенка. Сам шепнул мне на ухо провожатый, сам. Он жестикулируя, размахивая штемпелем в правой руке, говорил речь к народу. Я гарантирую полное уравнение всех сословий. Гарантирую обеспеченную сытую жизнь, прекрасное помещение, в которых масса воздуха для всех неимущих обездоленных классов. Взамен этого я вас прошу принять мою печать на чертание на лоб и на правую руку. Послушникам грозят пытки и смертная казнь. Как в горам на водах. Вхожу, господа, вхожу. Подходите. Что такое советская власть? Что заключается в том, что этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом, и начали становиться вперед и двигались к трону, где этот юркий человек клеймил каждого своей печатью в лоб и правую руку. Большинство принимало сатанинский знак, особенно простой, изголодавшийся черный народ, крестьяне, рабочие. Впрочем, попадались люди из другого лагеря и представители интеллигентного труда. Например, доктора, актеры, профессора, адвокаты. И очень немногие. И очень немного находилось из них таких, которые осмеливались ослушаться. Мы с Северянычем тоже подвигались. Он впереди, а я позади него. Перед нами какой-то почтенный, убеленный сединами человек, вместо того, чтобы смиренно поставить свой лоб Антихристу, заплакал и оградил себя крестным знамением, после чего его тотчас же взяли под руки и увели. Когда мы с Северьяновичем подошли к трону, чтобы неспешно и истово оградили себя крестным знамением, и вот нас взяли под руки, как и того человека, повели через другой выход и привели в какое-то помещение, где и стали заковывать кандалы. После этого всю нашу партию вели также по улицам, как раньше до этого я видел, вели чернорисов. Народ за все время пути следования нашего глумился и издевался над нами.
Нас и щипали, и плевали нам в лицо. В комнате были дыбы. Палачи мои приказали мне раздеться, закрутили мои руки и ноги в эти дыбы и вздернули. Меня мучили, суставы мои трещали. И уже начинал впадать я в беспамятство. Как сквозь сон доносилось ко мне из соседнего помещения пение. Там кто-то из истязуемых пел. Яко исчезает день, да исчезнут. Дерзайте, оба, дерзайте, люди Божии. Лозунг древних диктаторов «Divide et impera» – «Разделяй и властвуй» был взят на вооружение масонами. Отныне классовая борьба будет до последнего царя, когда он подведет итог этой борьбе, покажет всю абсурдность этой борьбы и к чему она привела. Еще до отъезда за границу Ульянов-дворянин часто повторял: «Где силы, способные взорвать существующий строй?» С этими силами он познакомится в Париже, в оккультных кружках. Там он будет ожидать деньги, награбленные под руководством комов в Тифлисе, по плану и указанию Ленина. Читаем из книги Владимира Понизовского «Дай руку, товарищ». Задание Ленина успешно выполнено. 13 июня 1907 года в 11 часов утра в Тифлисе на Ереванской площади транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан 7 бомбами и обстрелян с углов из револьверов. Похищенные деньги, за исключением мешка с 9000, изъятых из обращения, пока не разысканы. Обыски, аресты производятся, все возможные аресты приняты. Полковник Бабушкин. В 1919 году в записке в Реввоенсовет Республики Владимир Ильич исчерпывающе охарактеризовал Комо как товарища, которого он знает досконально, как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии. Насчет взрывов и смелых налетов особенно. 13 июня 1907 года Комо с группой верных товарищей по заданию партии совершил среди бела дня в самом центре Тифлиса, столице наместника императора на Кавказе, невероятное по дерзости и отваге нападение на транспорт казначейства. Следовавший из почтовой конторы в отделение банка под усиленной охраной наряда казаков и стрелков. Человек со шляпной коробкой, в которой пачка к пачке были уложены кредитные билеты на общую сумму в 250 000, ехал в Коакаллу на встречу с Лениным. Тогдашние газеты, скорбя об убитых казаках срочной службы, говорили, сколько пенсионеров и коллег не получили деньги. Если сегодня такое же грабительство совершают красные бригады, левые и левацкие элементы, то печать Союза лицемерно говорит,
что осуждающе смотрит на все эти экспроприации буржуазных денег. Да полно! Посмотрите на себя в зеркало! Кто научил всех бандитов, прикрываясь благородной целью, устраивать грабежи и захват заложников с целью выкупа ФРГ, Италии, Америки и по всему свету? Чьи это семена дали обильные плоды? Дело со 100 тысячами при обмене 500-рублевых купюр провалилось. Ленину и Крупской пришлось целый день ходить из кафе в кафе в Берлине, только что приехав из Стокгольма, так как на квартирах русских эмигрантов шли обыски. В гостиницу, где мы остановились, мы пришли вечером больные. У обоих шла белая пена изо рта. Где-то отравились рыбой, вспоминает Крупская. Пришлось ночью вызвать доктора. Владимир Ильич был прописан финским поваром, а я американской гражданкой. И потому прислуживающий позвал к нам американского доктора. Тот, почуяв, что тут что-то неладное, слупил с нас бешеную цену за визит. Провалялись мы пару дней, и полубольные потащились в Женеву, куда приехали 7 января 1908 года. Выдал их «отцов» в кавычках. Житомирский, член партии с многолетним стажем, пользующийся полным доверием товарищей революционеров. На самом же деле давний секретный сотрудник царской охранки. Он же Ростовцев, Данде, Москвич, Обухов, Андре. И вот тут-то на помощь Ленину приходят масоны-мистики и практики-адвокаты. Ленин стал принимать самые энергичные меры, чтобы добиться быстрейшего освобождения Карпинского и Семашко. Владимир Ильич развил необычайную энергию, еще бы, ему ведь везли деньги и вдруг попались. Пригласил одного из виднейших адвокатов швейцарских, кандидатура которого тогда выставлялась на пост президента республики. Писал об этом Семашко Николай Александрович. Нужно прочитать самому слушателю раздел «Удар в спину», чтобы увидеть накал подлых страстей и как в самый разгар битвы за вызволение грабителей из тюрем Франции и борьбы за то, чтобы не передавать их царскому правительству. На арене показывается незримое дотоле щупальца масонства. Чужому ли они помогали? И понятно, дальнейшая ненависть дворянина Ульянова к царю и всему его семейству. Удивительно, что на все попытки Ленина истребить всю династию Романовых остались братья царя в живых и их прямые наследники. Но в семье Ульяновых, несмотря на большую семью, при всей, во всей Поднебесной, нет ни одной веточки генеалогического дерева, ни одного листика. Все исчезли. Почему? Не перст ли это Божий? Особенно в книге Жана Фревиля «Ленин в Париже», Москва, 1969 год, издательство «Прогресс», видно, как он страдал и не знал, чем же закончится та трагедия, на которую обрекают масоны Россию. И сколько случаев давал ему Бог раскаяться, одуматься, остановиться на путях своих погибели. Но жребий был брошен.
великий страдалец, фанатично преданный делу революционных перемен, изысканий, выехал в Россию, ставшую теперь навсегда для него зрелищем неописуемых страданий великого народа, которому предстояло вынести на своих плечах все эксперименты стратегов сионских кровей. Сегодня спрашивают те, кто узрел тайну беззакония, знал ли Ленин, что он был лишь игрушкой в руках тех, кто вложил в руки его программу переустройства России и подготовку плана к мировой революции.